Я когда узнала, это чувство безысходности, это какая-то трагедия, и я не вижу просвета какого-то вот теперь. Хотя я понимаю, что вот Алексей нам сказал не сдаваться, значит, мы должны все-таки не сдаваться. Я вот пришла, свечи принесла и раздаю их, вот, для того, чтобы, в общем-то, понимать, что свеча – это от слова «свет». Вот Алексей у нас был светом. Светлый. Просто светом, понимаете? И, соответственно, свеча, она символизирует всего лишь переход из одного, то есть, состояния, то есть переход от нашей земной жизни к жизни небесной. Ничего в жизни не заканчивается. Соответственно, мне не хочется, чтобы с Алексеем все погасло. Мне очень хочется, чтобы вот мы все дальше несли эту свечу, каждый из нас, вот эту свечу.